Студия 89.9. Концертный зал. Дамы и господа, вы слушаете и смотрите «Страну ФМ». У нас сегодня Ангелина Сергеева в гостях. Ну и, конечно, команда «Коктейль Проджект». У ребят очень скоро концерт. Я расскажу, где и когда, если вы слушаете нас не с самого начала. 10 октября, 20:30, мансарда клуба Алексея Козлова, улица Моросейка, дом 9/2. Приходите, там случится презентация дебютного альбома команды. Ангелина, как называется пластинка? «Мой сон». Вот, 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 я бы так вот не произнес. Слушай, ну а как, вы издали в цифровом носителе или напечатали диски? Как сейчас мы принято? Мы напечатали диски и микрофончик говорит, да. Мы напечатали диски, мы издали это, как это? Цифровые в iTunes и много, на многих площадках электронных, так что этот альбом будет доступен вот уже совсем скоро, в конце сентября. Прекрасно. Начало октября. Прекрасно. Значит, расскажи свою историю покорения Москвы. Когда ты приехала из Самары, как это было, насколько сложно? Потому что многие зрители, слушатели сейчас находятся в больших и малых городах нашей необъятной родины и тоже учатся, может быть, в музыкальных училищах, думают, вот тоже хотели бы, как же, как-то вот... Пусть поделится опытом. Да, я приехала просто в 2006 году на кастинг народного артиста. Третьего был народный артист 3. Я приехала и попала в десятку. Сама от себя не ожидала. Я на самом деле поехала, чтобы отвлечься. У меня очень было много институт, работа, школа. Я как белка в колесе. Думаю, вырвусь хотя бы вот в Москву на пару дней. Разогнать тоску. Разогнать тоску, да. Ни о чем как-то я не надеялась, не помышляла. Но попала в десятку, и нас поселили всех в гостиницу. И, в общем, начались съемки. Каждую субботу я дошла до третьего места. И после этого призадумалась, что, наверное, все-таки нужно быть здесь, в Москве. Также в твоей биографии есть упоминание о том, что целых 3 года ты работала в коллективе легендарного Леонида Агутина. Да, а это есть такое. Да. Как, тут тоже какой-то кастинг был или просто счастливый случай? Кастинга не было. Были достаточно тяжелые времена в моей жизни. Работы не было, ничего не было. И я шла по улице, как сейчас помню, и увидела афишу огромную, где Агутин и Варум, они еще там держат друг друга за кое-какое место. Очень красивая была афиша, они там, Варум в красном платье, и, в общем, Анжелика Варум и Леонид Агутин. 14 февраля, там, 2010, по-моему, года, не помню, Кремль. И я такая думаю, ох, как бы я хотела попасть к ним на концерт посмотреть, потому что я очень люблю творчество и Варум, и Агутина. И как-то так произошло, что мой знакомый, оказавшись со мной рядом в другой ситуации абсолютно через неделю, ему звонит Алик Федосеев, который работает у Агутина, он делает аранжировки, он клавишник очень хороший, и говорит, что нас не хватает бэк-вокалистки, нам нужно на Кремль добавить бэк-вокалистки. Как раз на этот же концерт. Да, и он смотрит на меня, а у меня, говорит, есть очень красивая, очень талантливая. И такой, Гель, ты успеешь 24 песни выучить за там 2 недели? Я говорю, да, конечно, я хочу туда. И, в общем, я попала на этот концерт только с другой стороны, вы понимаете? Фантастика. Со стороны сцены. И, в общем-то, так получилось, что осталось, и 3 года я там. 3 года работала. Отлетала. Вот, вот как надо относиться к своей работе. Отлетала. Молодец. Сейчас мы полетим в новое художественное произведение, которое называется... Которое называется «Мой сон» как раз. Вот. Да. Песни, которые подарила пластинки. Пластинки, да. Имя, да. Да. Свой сон.
Браво! Спасибо. Друзья, у нас в гостях Ангелина Сергеева. Мы продолжаем общаться. Ангелин, народный артист, голос, главная сцена. Ты прошла через все эти проекты. Какой чему научил? Вот для тебя какой дал больше опыта? Каждый дал опыта, потому что каждый был в определенном возрасте. Народный артист был в 21 год, когда я еще ничего не понимала. Потом был голос в 28 или 29 мне было, когда я тоже особо ничего не понимала, но уже немножко соображала. Дали огромный опыт, работу с прекрасными, интересными людьми и вообще закалили нервишки очень хорошо. Вот. Главная сцена. Главная сцена. Ну, то, что я «Дельтаплан» спела для... перед Валерием Яковлевичем, да. Перед Валерием Яковлевичем. Да, да. Ну, и «Кукушку» я там, кстати, спела. Между прочим, я... «Кукушка» Виктора Цоя, да? Виктора Цоя, да. Не думала, что я, в принципе, вообще когда-нибудь спою. Кто, кстати, делал аранжировки вот... Вот Михаил Киселев, есть у нас еще Анатолий Мочеленко, гитара. Я уже даже, честно говоря, не помню, кто еще там. Ну все, да, вот вдвоем то есть, они. Это ваше прочтение? Да, 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 абсолютно. Это идея Михаила. Михаила. Да. Миш, да, большое да. спасибо. Блистательно, блистательно. Справилась ли Ангелина с задумкой авторской? Вот как? Ну, нахрапом, конечно, я орала там как резаная, потому что очень страшно, когда тебя снимают и показывают по второму каналу, но вроде как это было все оправдано смыслом песни, поэтому надеюсь, что не зря там больше 100 тысяч просмотров было. Это было здорово, это было с правильным нервом, и большое тебе за это спасибо. Дорогие друзья, небольшая пауза, после которой мы вернемся к концертному залу. Не переключайтесь. Студия 89.9. Концертный зал. Ангелина Сергеева и «Коктейль Проджект» в гостях у телерадиоканала «Страна ФМ». Мы сегодня слушаем песни из дебютного альбома «Мой сон». Так что, друзья, смотрите, слушайте. Это абсолютно новые песни, авторские песни Ангелины. Да, все верно. Значит, расскажи, пожалуйста, еще вот о чем. О вашем сотрудничестве с Максимом Дунаевским. Максим Дунаевский. Да. Как появился в твоей жизни? Появился в моей жизни в 2006 году, когда я приехала на «Народный артист». Артист, такая вся 21 год, черные волосы до пояса, и захожу в комнату, на кастинг сидит Максим Исаакович Дунаевский, я пою «Ветер перемен», вообще не зная о том, что вообще это он ее написал, на минуточку. Ну, в общем, то есть ты музыкальную литературу прогуливала? Кошмар. Нет, не прогуливала, но это моя просто любимая песня была «Ветер перемен», и он так сидит, а Максим Исаакович очень интеллигентный человек вообще во всем, в любом своем проявлении, и он сидит: «Ну что, я хочу вас расстроить, Ангелина». Я так думаю: ну все, поеду домой. Но вам придется остаться. Вы проходите в следующий тур. Как говорят, завернул. О, боже, спасибо, Максим Исаакович. В общем, с тех пор мы как-то дружим, но сотрудничать непосредственно прям вот плотно начали 2, по-моему, года где-то назад, да? Три года назад. Михаил головой подтверждает. Михаил головой подтверждает, потому что я Михаила все время зову на сотрудничество, и мы все вместе, в общем-то... То есть всей командой, всей командой принимаете да. участие. Когда, где, чего сотрудничество, расскажи. Смотрите, концерты, выступления. Ну, кроме того, что будет 10 октября. Для самарчан, хочу сказать. Давай. Для моих земляков. Правильно, кстати, я сказала самарчан? Мне кажется, нет. Самарцев. Тебе видней. Все-таки ты там жила. Я уже 12 лет в Москве живу. Простите меня. В общем, дорогая Самара, 21 ноября в областной филармонии состоится творческий вечер Максима Исааковича Дунаевского, на который я тоже приеду и буду петь его хиты. Хорошо. А если что, всю информацию можно найти у тебя в соцсетях, правильно? Можно найти в соцсетях. Где самая актуальная информация? ВКонтакте, Инстаграм, расскажи. В Инстаграме, ВКонтакте и Фейсбуке, на моей страничке вы найдете. Я постоянно выкладываю там посты о каких-то событиях, о том, что происходит. Меня там можно спросить обо всем, я всегда отвечу. Угу. Значит, информация для тебя: самарцы, да. Самарец, самарка, самарчане, самарчанин, самарчанка. Все. Ну, практически все. Я угадала, да? Молодец. Да. Значит, есть еще вопрос, который касается
касается Родиона Газманова. О, Родион Газманов. Да, что-то там совместное ведь есть у вас. У нас совместный дуэт. Вот как раз на пластинке «Мой сон». Я давно Родиона знаю, люблю, ценю и пригласила его спеть со мной. И, в общем-то, он практически не задумываясь согласился, послушал песню, сказал: «Да, окей, супер, мне нравится, я спою». И вы можете, сможете это все услышать. Возможно, даже Родион 10 октября выберет минутку из своего жесткого графика, потому что он теперь стал у нас ведущим Первого канала. Это правда. И вообще он такой деловой, молодец. Но, может быть, Родион, ты меня слышишь? Приходи 10-го, мы споем с тобой наш прекрасный дуэт «Прошедшую любовь». Родион, начало концерта в 20:30. Но ты можешь прийти в 9. Моросейка, дом 9/2, клуб Алексея Козлова. Не забудь цветы. Да, значит... У нас сейчас следующий номер программы. Расскажи, пожалуйста, что это за трек? Трек из альбома, называется он «Без тебя». Песня о любви. В общем-то. Хорошо. Что уж тут сказать? Хорошо. Есть любовь, да нет свободы. Есть свобода. Браво! Друзья, Ангелина Сергеева в гостях у «Страны ФМ», коктейль «Проджект». Вот я смотрю на музыкантов, они играют, и я понимаю, что они замечательно это делают, потому что упражняются. Слушаю тебя и понимаю, что ты тоже, скорее всего, как-то занимаешься своим голосом, потому что он какой-то безграничной полетностью обладает. Расскажи, как это происходит?
гаммы? Очень сложный сейчас вопрос. Как-то распеваешься по Нет, утрам? Нет, гаммы... Я просто постоянно... Во-первых, я веду очень интересную рубрику в Инстаграме, которая называется «Песни дня». И я выкладываю туда свои экспромты, которые потом... Многие из этих экспромтов превращаются в законченные произведения большие. Между прочим, уже так второй альбом у нас, в общем-то, и... назрел. Поэтому мне постоянно приходится петь, упражнять свои связки, голосовые возможности. То есть получается, это просто постоянно регулярное использование голосового аппарата. Да, постоянное, бережное, правильное использование. Что мы посоветуем, вот ты посоветуешь, как опытный вокалист, начинающим вокалистам, которые, ну, может быть, не знаю, в караоке люди поют, или только начинают учиться. Как сберечь голос, как за ним ухаживать? Ой, ну, во-первых, ни в коем случае нельзя надрываться и орать. И нужно беречь свои связки, потому что связка у нас... не растягивается. И это не мышца, которую можно вот так вот растянуть и обратно вернуть. Это не бицепс, да? Это не бицепс. По-другому надо. И поэтому на нем может появиться связочка, которую потом только хирургическим путем убирают. Поэтому нужно себя очень хорошо чувствовать, слушать и ни в коем случае не петь на горле, так сказать. Но это целая наука, на самом деле. Я могу сейчас вам прочитать огромную лекцию по поводу дыхания, по поводу мы того, подпишемся что... на Инстаграм и будем там регулярно все смотреть. Ты да. там выкладывай, хорошо? Я обязательно. По поводу второго альбома. Расскажи, что это будет за пластинка и когда она тоже уже имеет шанс увидеть свет? Я бы хотела начать ее записывать в ноябре. Ты посмотрела на Михаила Киселева, от которого что... многое зависит, наверное, Потому да? что Михаил Киселев будет в основном его курировать. Ну, естественно, Михаил Санок. Естественно, все мы, Ну, в общем, второй альбом, он абсолютно киношный. Это будут саундтреки к фильмам практически. Каким Знаете? Режиссерам надо к моменту подготовки альбома, к моменту выхода альбома снять фильмы? Ну, смотрите, Анна Меликян обязательно должна снять фильм. Потом, кто еще? Ну, давайте Шахназаров. Мне кажется, отлично будет, супер. Кто еще у нас? Бондарчук. Бондарчук? Да. Понятно? Давайте. Хорошо, Бондарчук. Хорошо. Все. Тарантино. Тарантино. Вот, ребята, он нас слушает, смотрит в Америке, да, через интернет. Значит, что касается альбома «Мой сон», это альбом светлый, душевный, наполнен любовью, друзья. Пластинка, сейчас ее нельзя еще скачать, да? Пока нет. Конец сентября, начало октября. Но если вы придете ко мне на презентацию, вы будете, у вас будет возможность приобрести эту пластинку на диске физически. Она очень красивая, потому что мы создавали ее с прекрасными девочками, которая там, девочка одна фотографировала, Настя Соловьева, вторая меня наряжала, третья меня красила. И, в общем, это все было на крыше у чудесного Семенова Михаила, 12 тружников. Там просто потрясающая, правда, пластинка именно красоты. А внутри там немножко другие фотографии. То есть она очень интересная. И даже где-то подсмотреть нельзя пока, да, вкладыш этот? Можно у меня в Инстаграме есть, да, у меня в Инстаграме есть. Ну что? Друзья, 10 октября презентация первого сольного альбома Ангелины, значит, и группы «Коктейль Проджект». Приходите, пластинка называется «Мой сон». Куда приходить? Моросейка 9/2. Это клуб Алексея Козлова. Мы вас ждем. Начало в 20:30. Так, следующий номер нашей программы. Это будет песня о чем? Какая? Песня называется «Перепутала». Ух ты! Послушная, нежные кружева, оставлю тебе на память. Музыку слушаю, и равнодушно мне, с кем ты сейчас гуляешь. Новый день без тебя, новая перепутала, не буди, ты
мгновение просто дышать по-другому. Новый день без тебя, новая я. Уходи, я перепела, не буди, ты ранним утром меня. Что теперь будет с тобой, милый мой? Браво. Друзья, Ангелина Сергеева, «Коктейль Проджект» в гостях у «Страны ФМ». Основана ли песня на реальных событиях? Скажи. Да. Ну, практически. Ну, вы знаете, как у хорошего писателя, он все смешано. Он прибавляет свое и чужое, и берет еще фильм, посмотрел, какой-то его затронуло. И, в общем, это все вместе получается вот такая песня. Скажи, с какой стороны тебя затрагивает наступившая осень? Ну, солнца меньше сейчас как-то вот. Кто-то переживает, кто-то расстраивается, кто-то, наоборот, больше пишет в такую погоду. Как вот ты все-таки человек-творец? Я творец, да, огурец. Дело в том, что у меня день рождения 3 октября, вот. И меня осень как никого затрагивает, потому что, в общем-то, это мое время года. Мне осенью хорошо, мне осенью прохладно, мне осенью романтично и спокойно. Причем это говорит практически южанка, друзья. В Самаре это тепло. Вы не представляете, какие у нас лютые зимы в Самаре. Это... Не то, что в Москве. Здесь-то так, слякоть чуть-чуть, а в Самаре там вот такие вот сугробы огромные. Отдыхать как ты любишь вообще от музыки? И приходится ли тебе, хочется ли отдыхать от музыки? Не знаю. Наверное, нет настолько такой вот сумасшедшей занятости для того, чтобы вот прям вот... Может, чтобы писалось, просто, например? Чтобы писалось, это вообще никак я не могу проследить. Иногда я сажусь специально, потому что я понимаю, что нужно себя заставлять. За роялем сочиняешь, как у тебя происходит? Да, у меня огромный белый рояль в однокомнатной квартире, и я туда сажусь. Миди-клавиатурка маленькая вот такая, около окошечка. Вот, кстати говоря, кому интересно, заходите ко мне в Инстаграм, там вот как раз вот все это видно. Вся кухонька, да, все это. Да, где я там сижу, что я там делаю, как я это все играю, подбираю. И да, я сажусь, и приходят песни. Некоторые песни приходят в ванной, некоторые приходят ночью. Вот в душе мою стою, пришла. Без тебя, да нет меня. Вот я клянусь вам, она мне пришла в ванной, эта песня. Потом «Белая голубка». «Белая голубка», значит, я позанималась спортом в фитнесе. И пошла у нас на третьем этаже, там есть лежаки, когда еще было тепло. Вот как раз конец августа, я легла на лежак.
и все. И у меня пошла эта песня, и я лежу, не могу лежать, вот так вот записываю в телефон слова, мелодию напеваю. А у тебя сразу, да, то есть стихи и музыка. Мелодию? Здорово. Да, 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 практически всегда. И мне сразу нужно это записать, потому что я потом ничего не помню, вот как во сне. Угу. Вот так вот бывает. Михаил Киселев услышит уже все сразу, ты ему пришла, сыграла, чтобы потом как-то вот сделать аранжировку, как это все у вас в команде происходит? Да, ну в основном всегда я ему говорю, что вот смотри, вот музыка, вот текст, он такой, так, значит, гармония не подойдет вот это лучше, и все исправляется по ходу, что-то оставляется, что-то выкидывается именно гармонически. Процесс, да. Миша говорит, что вся команда, весь коктейль Project принимает участие в создании песен. Да, да, да. Михаил Санок сводил весь первый альбом. Михаил Санок, да. Да, и аранжировал, и сводил, да, все. И Михаил Киселев там тоже, в общем-то. Это мои ангелы, которые исполняют мечты, понимаете? Для Ангелина, любого... они ангелы. Да, да. Все. Для любого творца очень важно, чтобы было воплощение того, что он делает. И хотелось это воплощать, потому что я показала свои песни в 28 лет. Это очень поздно. Особенно для нашей страны, особенно для Москвы. Сколько у тебя на тот момент было уже написанных песен? Ой, очень мало. Очень мало. Вот, кстати говоря... Ты писала с 5 лет, подожди-ка. Нет, но это были детские песенки, детские. Вы понимаете? Ну, было там песен 6, я не знаю, ну, 8 максимум у меня было песен, которые я жутко боялась показать ребятам и осмелилась только в 28 лет Михаилу Киселеву вот показать там одну или две песни. Две. Заставили. Нет, ребята... никто не заставлял. Ну, скажем, давай уговорили. Уговорили показать. Нет, короче, я пришла сама, говорю, давайте я сейчас вам покажу свои песни. Подожди, но у тебя же на какой-то из музыкальных конкурсов тоже родственники уговорили поехать. На какой? А, на «Голос». Вот. На то есть «Голос» ты же... там все уговаривали, потому что я не хотела, мне было очень страшно. Я предполагала, что это будет очень страшно, но это было еще страшнее, чем я предполагала. Чем ты предполагала, да? Да. Это был самый страшный конкурс в моей жизни, когда... Ну, волнительный, давай так скажем. Вот это вот... Поворачивание. Ты видишь спинки кресел и стоишь что-то там... какую я там песню пела? «Ты снишься мне!» Вот это вот все. И как бы ты стараешься вроде все, но психологически... Это, конечно, очень тяжело. На то и расчет, говорят продюсеры из Америки. Да. Зато все переживают. Да, правильно. Сейчас мы, чтобы не переживали наши любители музыки, споем еще. Ты расскажи, что это будет за трек. Секунду, да, мы идет совещание, да? Этот трек не в альбом не входит, но он очень солнечный, очень летний. И из-за того, что сегодня такой дождь и слякоть... А, это одна из первых песен, которые я показала, да. В принципе, это первая, в общем-то, по-моему. Первая песня, которую ты опубликовала, показала, получается. Вообще, да, показала, в принципе, ребятам. Ребятам, да. В общем, очень веселая песенка. Ты почувствуешь притяжение и частое сердце биение, потеряешь контроль над собой. Свое. Ты захочешь сказать комплименты. Не люблю я такие моменты. Будешь правильным, добрым и милым. Знаю, знаю, было-было. Знаю, знаю, было-было. Но-но-но-но. Стой, стой, не уходи. Лучше посмотри на небо и на меня. Стой, стой, просто пойми. Будь самим собой. Самим собой, стой. Забыла все за и все против. Я влюбилась, но продолжаю играть мне на ногу. И схожу я с ума понемногу. Ну подойди, прошепчи мне хоть слово, и забуду я имя твое. Мама-мама.
тебя обнять сейчас. Забываю боль, мне так тепло с тобой сейчас. Господа, вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна ФМ». Я напоминаю, где можно эти и другие волшебные песни очень скоро услышать в живом исполнении. 10 октября, 20:30, клуб Алексея Козлова, «Моросейка», дом 9/2, презентация первого сольного альбома Ангелины Сергеевой и группы «Коктейль Проджект». Пластинка называется «Мой сон». Там же пластинку можно приобрести. Приходите. Приходите, приходите. Сделайте мне подарок на день рождения. Скажи, а какие-то специальные гости? Вот Родион, может быть, будет? Может быть, Родион будет. Вот. Ой, водичку пала. А, может быть, будет еще чудесный Денис Хрущев, так, который начитал прекрасный рэп, сам его сочинил, сам придумал. Он прекрасные стихи пишет. Ага. Вот. И написал рэп этот «Без тебя». Сегодня вы слышали мои завывания «Без тебя». На самом деле там будет его крутецкий рэп. Подожди-ка, а можно ли нам предполагать, что когда-нибудь у тебя в песнях или просто твои песни будут в стиле рэп? Может быть, и ты что-то будешь читать? Знаете, но вдруг вот... Пути Господни неисповедимы. Да, вот после этой фразы, конечно, да, почему нет? Все может быть, я... Готовы ко всему, на самом деле. Мне кажется, мы счастливые творческие люди именно из-за того, что нам судьба всегда приносит какие-то интересные встречи. Не знаю, ну, может быть, мне что-то в голову ударит, и ночью я проснусь и напишу свой первый супер-рэп. Может быть. Тогда напиши об этом в Инстаграме, а еще лучше выложу сразу в Инстаграм речитатив. На какие концерты ты сама ходишь с удовольствием, может быть, для того, чтобы просто поколбаситься, отдохнуть или за вдохновением? Ну вот, сбылась на самом деле моя мечта. Прошлым летом мы ездили в Париж на Coldplay. Ой, я плакала, потому что это было потрясающе красиво, потрясающе музыкально, и на такие концерты, конечно, нужно ходить. Хожу, на самом деле, на разные концерты. И на концерты своих друзей, музыкантов, исполнителей, певцов, певиц. И также на каких-то больших таких звезд. На Стинга вот мы ходили. Я очень люблю Стинга. Вообще люблю англичан и английский музыкальный мир, вот этот весь, их индустрию, и как они это все делают, как они поют. Элтон Джон. Элтон Джон, да, прекрасен. Ему большой привет. Да, Элтон Джон. Мы тебя любим. В нашей стране, как ты считаешь, ну вот шоу-бизнес развивается. Шоу-бизнес, насколько он интегрирован во всеобщий, в мировой шоу-бизнес, как ты считаешь? Наш русский шоу-бизнес? Наш русский шоу-бизнес. Я не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что я не в шоу-бизнесе, понимаете, вот пока что. Угу. Ну не знаю, вот нам надо туда? Но мы хотим, да, вроде бы? Хотим? Ну, да, ребята, в общем, не про... Если ребята хотят, то я тоже. Будем узнавать изнутри. Слушайте, я вам желаю, чтобы вы выпустили второй альбом.
чтобы вы выпустили 22-й. Я желаю тебе вдохновения. Спасибо. Чтобы большое. Песни были абсолютно разные. То есть, если первый альбом был фолковый, да, здесь у меня написано, ну, что да, он светлый, душевный, отголоски поп-фолка, да. Электропоп, много нежной лирики. Второй да. будет, получается, киношный. Саундтрековый. Вот. Да. Третий, каким бы ты его видела? Какой-то? Ну, я думаю, что это будет тоже фолк в каком-то его проявлении, в модном, в электронном, в поп-фолк, электро. Это будет что-то интересное, потому что уже сейчас есть какие-то там песни. Очень могу назвать несколько. Давайте затравочку. Третий альбом сейчас, давай. Понимаете, да? Ну, конечно. Есть две песни. Одна песня называется «Камасутра», а вторая песня называется «Шангрила». Вот теперь думайте, что вы в нем услышите. Но, безусловно, это будет круто, интересно и здорово. Ребят, мы всех приглашаем в клуб Алексея Козлова, 10 октября, 20.30. Приходите. Я думаю, что можно будет еще с прошедшим днем рождения поздравлять Ангелину. Не забывайте, да. Обязательно. Вот, приносите цветы. Финальная песня. Что у нас? Давайте что-нибудь. А давайте «Дым» сыграем. Песня, которая вошла в пластинку. И на которую, кстати, мы с Денисом Хрущевым так. пойдем снимать клип. Мы очень, как телерадиоканал, ждем клипы от вас. Вот я вас за язык не тянула. Спасибо. У нас язык у самих, знаешь. Песня «Откровение». Придумали мы настоящее, ты в роли героя, а я сбоку смотрящая. Ты позволял, я подстроилась, но небо все в тучах, и я успокоилась. Каждый день капелька нежности, каждую ночь неизбежности. Мы ждали друг друга, теряли. Нет, не закрывая глаза, послушай тишину, послушай, что она споет, луна. Ты, не бойся, я с тобой держу в своих руках. Я то, что называется любовь. Ты, сигарет, прости, я не спасу тебя. Пожалуйста, ты не молчи вот так, так громко, что сердце мое разрывается, и хочется просто обнять тебя. Но ты же герой, и тебя не касается, что хочется капельку нежности, что грани моей неизбежности разбиты, а сердце, твое молчаливое сердце, сигарет. Я не спасу тебя. Держу в своих руках я то, что называется любовь.
Браво! Друзья, бросайте курить, слушайте хорошую музыку. Ангелина Сергеева, «Коктейль Проджект» сегодня в концертном зале. Браво, ребят, большое спасибо, удачи, всех благ, до новых встреч, пока. Первый и единственный в России музыкальный информационно-развлекательный телеканал с синхронным вещанием в FM-диапазоне. Телерадиоканал «Страна FM». Один на всю страну.